Знаю ли я кого-нибудь или нет, это не должно тебя заботить. Тебе понятно? Не предложишь мне что-нибудь выпить? Знаешь, а ты храбрец, сразу взял эту девушку с собой. Неужели ты не боишься мексиканцев и Джексона? Я никого не боюсь. Неужели? Мою подругу пугает то, что спрятано в твоем ящике. Но только не меня. В конце концов, гроб — это всего лишь гроб. Внутри кто-нибудь спрятан? Да, его зовут Джанго. Здравствуйте, брат Джонатан. Это все, что мне удалось собрать для вас, Джонатан. Очень хотелось бы дать больше, но... Расскажешь об этом самому майору Джексону, Натаниэль. Мне нужно переодеться. Скоро здесь будет майор Джексон со своими людьми. Майор Джексон терпеть не может кремовые оттенки, зато красный цвет сводит его с ума. Вот, милая, надень это. Я переоденусь здесь. В других зеркалах я смотрюсь не так хорошо. Что тебя беспокоит? Майор позабудет обо всем. Почему бы тебе тоже не надеть красное платье? Просто послушай меня. Ты ведь знаешь, какие они, эти мужчины. Майор Джексон не так уж сильно сердится на тебя. Кого он действительно ненавидит, так это мексиканцев. Я думаю, что он ненавидит всех, у кого не бледный цвет кожи и кто не является южанином. Но во всем этом есть и твоя вина. Почему ты ушла к мексиканцам? Ты ведь знаешь, что они заклятые враги Джексона. Что ты пытаешься доказать? Я не знаю. Ну ладно тебе. Твоему парню грозят большие неприятности. Они его убьют. Мне жаль его. Он такой красавчик. Принеси мне колоду карт, если они у тебя есть. Он просит колоду карт. Будешь играть сам с собой? Надень это, тебе подойдет. Джексон все забудет, если ты ему подыграешь. Нет, я не могу. Но все равно спасибо. Что там происходит? Это Джексон забавляется. Наверное, убил какого-нибудь несчастного мексиканца. Мария, это ужасно, ему нравится убивать. Я думаю, он сумасшедший.
Next one. Следующий. Теперь твоя очередь. Пошел. В наш город кое-кто приехал. Я подумал, что вам это будет интересно. Сейчас они будут здесь, как всегда. Запрись в комнате и не показывайся. Скорее. Девушки, сюда едет Джексон со своими людьми. Майор Джексон, очень рад вас видеть. Здравствуй. Как дела? Майор, вот все, что я смог для вас собрать. Ничего. Все в порядке. Ты ведь не станешь меня обманывать, не так ли? Ведь ты платишь мне за то, что я защищаю тебя и твоих девушек. Просто имею в виду, что остальные деньги ты должен привезти мне в течение недели в Форт Чириба, понятно? Конечно, майор, я не стану вас обманывать. Вы можете рассчитывать на эти деньги. Ты, пошли со мной наверх. Не хочу. Ну же, пошли. Я не хочу. Ты что, не слышал? Если он тебе не нравится, пойдем со мной. Она сказала тебе, что не хочет идти с тобой. Поэтому отпусти ее. Постой. Натаниэль, отошли всех девушек наверх. Девушки, вы все. Поднимайтесь наверх, побыстрее. Слушай, ты, наверное, очень храбрый малый, если так разговариваешь с Ринго. Храбрый или просто сумасшедший? Как тот Янки, который убил 5 моих людей у реки. Наверное, тот человек неплохо стреляет, раз 5 твоих людей мертвы. С учетом того, что их было больше. Он был не один, с ним была женщина. Одна дрянь, перебежавшая к мексиканцам. She's a traitor. To our cause, sir. The war. Война окончена. И все эти вещи теперь не имеют большого значения, разве нет? Я веду свою собственную войну. Бьюсь об заклад, что ты не слышал об этой войне.
Как я вижу, у тебя есть все необходимое для собственных похорон. Мне это нравится. Предлагаю упрятать тебя в этот ящик, чтобы не выбрасывать твое тело в качестве приманки для стервятников. С бедными стервятниками вы тоже воюете, майор? Хотя бы их оставьте в покое. Вы слышали, что сказал наш друг? Он явно хочет отправиться на тот свет. Ну что, майор, у меня осталась только одна пуля. Но даже так я имею преимущество перед вами. И это неправильно. Сколько людей у вас осталось? Вам трудно говорить, или вы не хотите мне этого сказать? 48. Хорошо. Для вашей собственной безопасности в следующий раз я хочу увидеть их всех. Тогда преимущество будет у вас. Идите, собирайте своих людей. Я буду ждать. Я соберу их. Будь уверен. Теперь здесь можно прибраться. Только не трогай гроб. Я возьму одно одеяло. Спасибо. За что? За то, что ты сделал для меня. Я сделал это не ради тебя. Все равно спасибо, даже если ты сделал это не ради меня. Я не знаю, следовало ли мне тебя спасать. Конечно, не мне об этом говорить. Но я впервые в своей жизни почувствовала себя настоящей женщиной, которая нуждается в защите. И которую можно полюбить. Мне приятно, что я помог тебе почувствовать себя женщиной. Очень рад. В самом деле. Я не могу понять, почему ты дал Техасу уйти. Он сейчас идет сюда со всеми своими людьми, которые убьют нас всех, вне всяких сомнений. Чего же?